Мы представим вам самые актуальные исследования, связанные с 5G, чтобы вы получили четкую информацию об этой инновационной технологии. Скорее всего, вы слышали много споров и дискуссий вокруг 5G. Существует мнение, что технология оказывает негативное воздействие на здоровье человека. Другие заявляют об огромном потенциале 5G для мировой экономики и развития интернета вещей. 5G – это перспективная технология, которая обещает преобразить нашу жизнь. С ее помощью мы сможем наслаждаться невероятно быстрым интернетом, который откроет перед нами мир новых возможностей. Как только 5G станет всеобщим, интернет будет доступен практически везде и всегда. Загрузка фильмов и стриминг любимых сериалов станут сверхбыстрыми, а управление умными устройствами в доме станет еще более комфортным и эффективным. Более того, в нашей жизни появится много нового, например, полноценная телемедицина и интегрированные технологии дополненной реальности. И все это благодаря потенциалу 5G. Появление технологии 5G ожидалось в течение многих лет. И теперь, когда она появилась, мы можем оценить ее многочисленные преимущества. Одним из наиболее заметных преимуществ является более высокая скорость по сравнению с 4G. Загрузка данных в сетях 5G в 100 раз выше, чем в сетях 4G, что означает более быструю передачу данных между устройствами и серверами, а следовательно позволяет смотреть фильмы и телепередачи сверхвысокой четкости без буферизации и задержек. Это позволит сделать онлайн-игры более плавными и отзывчивыми для пользователей. Еще одним важным преимуществом 5G по сравнению с 4G является увеличение емкости и зоны покрытия. Благодаря новым технологиям можно одновременно подключать больше устройств без снижения скорости, качества и надежности соединения. С технической точки зрения технология состоит из следующих элементов. Радиоинтерфейс 5G называется New Radio. Он разделен на два частотных диапазона. FR1 от 600 до 6000 МГц и FR2 от 24 до 100 ГГц. Они имеют разные возможности. Волны в диапазоне 24 ГГц и выше имеют ограниченный радиус действия. Всего несколько сотен метров, а сигналы 5G с частотами до 6 ГГц имеют больший радиус действия. Более высокочастотные сигналы используются, поскольку они способны проникать сквозь твердые объекты, такие как стены, автомобили и деревья. Сети 5G применяют многоэлементные цифровые антенные решетки. Каждая базовая станция состоит из 128, 256 и более антенных элементов. Такие системы получили название Massive MIMO. Если просто, то эта система позволяет сосредоточить сигнал на конкретном абоненте, а не распространять его во все стороны. Для направления радиоволн на цель используется технология формирования луча – beamforming, которая достигается путем комбинирования антенных элементов определенным образом, что приводит к конструктивной интерференции в одних углах и деструктивной в других. Отношение сигнал-шум увеличивается пропорционально количеству антенных элементов за счет сложения, что повышает скорость передачи данных. Для достижения максимальной спектральной эффективности в сетях 5G используются такие технологии, как неортогональный множественный доступ NOMA и сигналы NOFDM. Если совсем кратко, то эта система позволяет использовать информацию о прохождении разных сигналов для повышения качества связи. Хотя технология 5G во многом создана на основе 4G, по некоторым параметрам они сильно отличаются, что нужно для существенного повышения качества мобильной связи. Дело в том, что в последнее время основными потребителями интернет-трафика становятся не привычные гаджеты в виде компьютеров, планшетов и смартфонов, а повсеместные и малозаметные датчики и устройства удаленного контроля. Такие, которые отвечают за дистанционный запуск автомобиля, котла в вашем доме,
регулировку света, работу светофоров в зависимости от загруженности трасс, умные пожарные сигнализации, дверные замки, медицинские аппараты, системы безопасности, а также виртуальные помощники. Каждое такое устройство по отдельности не потребляет много трафика, но их много, очень много, и с каждым днем становится все больше. Это и называется интернет вещей. Будущее, которое уже наступило. В последние годы развитие технологии 5G стало предметом многочисленных споров. Некоторые утверждают, что новая технология может нанести серьезный вред человеку и окружающей среде. Однако ведущие ученые в области физики доказывают, что эти утверждения просто не соответствуют действительности и основаны на мифах. Как вы считаете, 5G представляет опасность для здоровья? Напишите в комментариях ваше мнение. Внедрение 5G вызвало много споров. Существует мнение, что использование высокочастотных радиоволн может привести к радиационному риску для здоровья. Однако ведущие исследователи опровергают такую точку зрения. Действительно, многочисленные исследования, проведенные научными организациями со всего мира, доказали, что 5G не представляет большей опасности ни для людей, ни для животных по сравнению с традиционными сетями сотовой связи, такими как 4G или 3G. Помимо того, что это открытие было обнародовано в различных международных научных изданиях, включая Nature Communications и Physical Review Letters, другие крупные отраслевые организации, такие как Институт инженеров электротехники и электроники, также выпустили свои собственные отчеты, подтверждающие выводы о безопасности технологий. Это еще раз доказывает, что предположение о вреде 5G для человека или животных при его правильном использовании не имеет под собой никаких оснований. Более того, благодаря современным достижениям в области физики, пакеты данных, передаваемые с помощью сигналов 5G, могут преодолевать большие расстояния, чем прежде. Это делает технологию невероятно ценным инструментом для глобального экономического развития, поскольку она знаменует собой новую эру развития мобильной связи во всех слоях общества, от небольших сельских поселений до городов по всему миру. Так откуда же возникли мифы о вреде именно технологии 5G? Давайте разбираться. Как это часто бывает, причины кроются в большой политике. Поэтому всегда нужно задаваться вопросом, кому это выгодно. А вот кому. Вредность 5G возникла именно тогда, когда США и Китай начали активную фазу торговой войны. Вы, наверное, помните, в 2018 году США ввели санкции против ряда товаров из Китая и компании Huawei. Позже, в декабре 2018 года, власти США арестовали финансового директора компании Мэн Ванчжоу, фактически взяв ее в заложники. Американский истеблишмент, как обычно, решил извлечь выгоду, отобрав у крупнейшей в мире телекоммуникационной компании Huawei права на развертывание сети 5G в США и Европе. Официальный Вашингтон поддержал устремление североамериканских корпораций, надеясь обеспечить в своей стране технологическое превосходство в телекоммуникационной сфере. Дело в том, что Huawei является исключительно передовым разработчиком инфраструктуры 5G и владеет большим количеством патентов в этой области, значительно превышающим количество патентов, которыми владеют американские компании. Поэтому американские корпорации, вытесняя китайцев с рынка, пытались приобрести эти патенты по заниженной стоимости, чтобы сохранить контроль над развитием технологий. Такая практика используется в США уже достаточно давно. Однако в этот раз власти КНР решили дать обнаглевшему Димону решительный отпор. Понятно, почему многим кажется, что происходит что-то подозрительное. Однако это вовсе не означает, что теории заговора верны. Известно, что Госдепартамент США призывал европейских союзников избегать оборудования Huawei. Госдеп напрямую настаивал, чтобы европейцы
отказались от использования оборудования Huawei и заключения каких-либо контрактов с этой китайской компанией. На самом высоком уровне в Германии, Великобритании и других странах проводились обсуждения, в ходе которых американскими экспертами приводились убедительные аргументы против использования и внедрения технологии 5G. Была придумана история о якобы существующих политических опасностях 5G. Посланники Вашингтона убеждали союзников, что новые сети станут краеугольным камнем в реализации иностранными разведками бархатных революций. Вообще, очень интересно слышать такие заявления от представителей американских властей, которые сами и являются авторами и исполнителями бархатных революций в самых разных уголках мира. Более того, они утверждали, что 5G приводит к самым разным проблемам, включая нехватку молока у коров, неспособность женщин рожать, выпадению волос и развитию злокачественных образований в организме. И все это без весомых доказательств. Первоначально информационная атака была направлена на Швейцарию, Великобританию, Германию и Испанию. В эту информационную кампанию были инвестированы огромные средства, и она получила невероятное распространение в интернете и социальных сетях. Она стала жить своей собственной жизнью. Далее события развивались по принципу снежного кома. Журналисты и блогеры по всему миру подхватывали трендовую тематику. К сожалению, тренд не обошел стороной Россию. Самое интересное, что никаких исследований, подтверждающих утверждение о вреде технологии 5G, никогда не проводились. Но что можно сказать с уверенностью, так это то, что технологии сегодня развиваются гораздо более быстрыми темпами по сравнению с тем, что было еще 10 лет назад. Мобильные станции в 2-3 раза больше и имеют большую мощность. Мощность сотовых телефонов, напротив, снижается по мере увеличения зоны покрытия станций, что делает их более безопасными для человечества в целом. Можно с уверенностью сказать, что мощность будет продолжать снижаться с каждым годом, поскольку основные ресурсы аккумуляторов направляются на вычислительные возможности девайса, а не на ретрансляционные функции. Компания по дискредитации технологии 5G, исходящая со стороны США и направленная против Китая, не имеет реальных технических обоснований. Политические и экономические мотивы в данном случае играют главную и единственную роль. Сложившаяся ситуация вызывает серьезное беспокойство относительно намерений США. Ведь такая компания не только подрывает развитие технологии 5G во всем мире, но также создает дополнительное напряжение в и так сложных международных политических отношениях. Надежность и безопасность сетей должны быть основными приоритетами для всех стран, а не предметом политического спора, направленного на сохранение технологического превосходства в руках одной страны перед другими. На этом у меня все. Благодарю за просмотр. Если вам понравился материал, ставьте лайк и подписывайтесь на канал.